Всем огромный привет! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верь Йомина. Сегодня мы с вами сделаем отличную тренировку на внутреннюю поверхность бедра. Я знаю, что у многих это очень проблемная область, и сегодня мы с вами будем ее подтягивать и решать проблемы капитально. А мы начинаем! Итак, начинаем нашу тренировку с активных приседаний со скручиваниями. Обязательно сделайте разминку перед тренировкой. Разминка есть в описании под видео. Далее у нас приседание плие с подъемом на носочки. Поднимаем одну ногу, а затем вторую. Напрягаем ягодицы. Продолжаем тренировку активными выпадами в сторону. То же самое выполняем на другую сторону, держим темп. Далее приседание плие через шаг в сторону. Колени разводим в стороны, носки слегка врозь, ноги как можно шире. И следующее упражнение «Медведь» – это приседание с подъемом рук и ног. Держим спину ровной. Далее сложное упражнение. Опускаемся в приседание плие и удерживаем напряжение. Поднимаем одну ногу на носочек, а затем другую. Спина ровная. Далее выполняем приседания с выпрыгиванием крест-накрест. Сначала правую ногу вперед, а затем левую.
Опускаемся на пол и выполняем махи вперед. Обязательно опускаем носочек вниз к полу. Так чувствуем напряжение во внутренней поверхности бедра. Итак, далее опускаемся в приседание плие и в нижней точке поднимаем ноги на носочки. Так чувствуем большее напряжение. Далее выполняем такие же махи на боку, только в другую сторону. Обязательно тяните носочек вперед и вниз. Далее выпады в бок, обе ноги плотно стоят на полу, когда опускаемся, чувствуем, как растягивается внутренняя поверхность бедра, спина ровная. И следующее упражнение – это приседание плие с выпрыгиванием. Осторожно, когда будете прыгать вниз, делайте это без резких движений. Далее упражнение пружинка, в котором вы точно почувствуете внутреннюю поверхность бедра. Ногу ни в коем случае не опускаем на пол. Далее выполняем уже знакомые упражнения, приседания и выпрыгивания крестиком. Сначала одна нога вперед, потом другая нога вперед. Добиваем нашу внутреннюю поверхность бедра огненным упражнением пружинка, только теперь на другую сторону.
И последнее, самое тяжелое упражнение. Опускаемся в приседание плие, задерживаемся и выполняем пружинку вверх-вниз. Колени в стороны, спина прямая. Выполнили отличную тренировку, мы сделали не только упражнения на внутреннюю поверхность бедра, но и проработали в общем все бедра, чтобы они у нас были красивые и стройные. Это был всего лишь один круг тренировки, для лучшего результата выполняйте 2 или 3 таких круга. Также в описании под видео есть разминка, заминка и еще много плейлистов на каждую проблемную зону. Обязательно переходите и смотрите. А мы встретимся с вами в следующих роликах и на марафоне. Пока!